Привет всем! Меня зовут Лариса Си, и вы на канале Рекомендую! Сегодня в выпуске садовая мебель! Ура, ура, ура! Я приехала смотреть в торговый центр Озолс, а конкретно в магазин Синюкай, садовую мебель, а конкретно стульчики, столик. Я надеюсь, что что-то там приглянется, но... Ассортиментом для сада есть, так что я надеюсь, что нам что-нибудь понравится. Так что присаживайтесь поудобнее, если вам это интересно. Не переключайтесь и поехали! Крупнейший и самый современный магазин Синюкай в Латвии в Озолс. Это магазин новой концепции Do It Yourself. Или сделай сам для всех, кто желает благоустроить и улучшить свое жилое пространство и качество жизни. Магазин предлагает самый широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта, интерьера, сада и отдыха, бытовых товаров и электроприборов. Недавно разрешило правительство в Латвии работать магазином, но тем, у которых есть отдельный вход. Конечно, весь народ побежал. Куда? Та-да-да, конечно, по магазинам. Огромные очереди. И перед вами очередь, в которой я стою. Но она быстро двигается, поэтому мне не страшен даже сильный ветер. Приехала я сегодня выбрать садовую мебель. А конкретно столик и кресло для сада. Но, к сожалению, ассортимент очень небольшой. Ивы, я соглашусь, красивые диваны, столики, но это все массивное и большое, мне такое не подходит. Конкретный столик небольшой, желательно круглый, и удобные кресла. Но я не вижу... того, что я себе в голове придумала. Я видела, что такие есть, поэтому я почему-то понадеялась на этот магазин, что здесь ассортимент даст мне возможность выбрать. Но, к сожалению, я понимаю, что я не найду. Но я не расстраиваюсь, так как даже я не нашла того, зачем приехала, я решила, конечно, прогуляться по магазину и посмотреть ассортимент. Как вы сами знаете, всегда что-то надо. Ой, какие классные! Для детей! Вообще, я за разумное потребление, я стараюсь не покупать лишнего и всегда осознанно подхожу к покупкам, но все равно, так как дом, хозяйство большое, то всегда что-то необходимо. Классически. Богемия, арт-класс. Ну-ка. Да, стильные такие. Класс. Эти классные, мне нравятся. Тоже стильные. Черные, металлические они, да? Ну, я люблю кристаллы. Ой, как мне нравятся кристаллы. Ой, какой. Лампы. Бокалы, бокалы, бокалы. И здесь много того, чего нет в других магазинах. Вот это вот точно.
кружечки. Смотрите, видите, какой. Это мой любимый магазин Озулс торговый центр, а в нем Синикай для дома, сада, товар. Ой, как мне нравится на стол вот это все. Так, мы сейчас выберем. Вот это мы выберем точно. Нравятся эти часики. Кружечки. Бокалы. Сердечки. Ассортимент для питомцев. Посмотрите, какие. Принц. С бантиком. Товары за товары. За товары. Из чего сделано? Прикольно. Для кошечки такой домик. Из дерева сделанный. Этот магазин я очень люблю. Здесь огромный выбор и ассортимент. Он отличается от ассортимента, что предлагают другие магазины. Поэтому я сюда приезжаю с удовольствием. Такие вот этот мне нравятся. Боже, какая прелесть. Конечно, без покупки я не ушла. Вот пакетик. Знаете, мне очень понравились вот эти вот, ну, для кухни, для стола вот эти вот, да, которые под чашки, под тарелки. Вот, и такую еще взяла. Мне она очень понравилась, подходит мне она. Ну, в принципе, и все. То есть... Затем, чем я приехала, я не нашла, поэтому поиски продолжаются. Если я уже решила, я не остановлюсь. Будем смотреть в других магазинах. К сожалению, в этом магазине у меня была надежда, что я здесь приобрету, найду, и мне не надо будет ехать в другие магазины. К сожалению, ассортимент очень скудненький. В плане садовой мебели, может быть, еще они довезут, привезут, но на данный момент ничего такого я не подобрала. В основном это большие диваны, это какое-то все огромное-огромное, и мне такое не надо. Я приехала конкретно, знаю уже, что мне надо, но этого я, к сожалению, не нашла. Как вы видите, без покупки я не уехала, но это мелочь, которая мне просто понравилась, я ее взяла, это под тарелочки, под кружечки для кухни, ну, для стола. Вот такая вот вещь и вот такая еще, да, то есть мне она понравилась, классные. Ну, конечно, я приехала совсем с другими намерениями и целями, но как есть, так есть. Будем довольствоваться тем, что есть. Товары для дома, там у нас отличается от других
магазинах, да, то есть там ассортимент немного отличается. Но конкретно для садового, вот садовая мебель, на данный момент, это у нас, считайте, конец апреля, ну, совсем не ах. Вот, я надеялась на как-то больше ассортимент, побольше выбор какой-то, вообще не из чего выбрать. А, увы, ах, я не то, что я не расстроена, но просто кому-то я была 100% уверена, что я подберу то, что я ищу, там будет. Оказалось, нет. И так как у меня сегодня выходной, я, конечно, приехала, очередь отстояла, плюс ветер у нас в Риге сегодня. Всем спасибо за просмотр, я безумно благодарна. Всем хорошего настроения, добра и позитива. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки. Если боитесь пропустить следующее видео, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Я желаю вам хорошего настроения, добра и позитива в вашей однодомовой. Всем пока-пока!